Это как он называется? Искра в обруч. Десятеро рольте. Поднимите по-братски, мужики. Стали, побежали. Благодарим. Ну там Носферату выиграл 23. Ну раньше времени кинул. Да, это не считаю. Не считать. Я в каком пати, блядь. Что надо? Какие пал? Давай шкаф сумнем. Какие тики пал? Что надо? Ваш. Где лок? Лок. Беги сюда, Носферат. Токены там никому не надо. Черножопый ту-ту-ту. Разбойник ДК Магдруид. Да бегите уже к нам. Тут он. Обмен кинул. Чё на Носферату? Так а ты, Костя, будешь покупать? Да. Сколько? Три еще получается? А, четыре? Или ты хочешь три купить и один, чтобы себе отдал, Серджи? Ну, я три возьму-то. Там... И руки выбьем, да? Плечо мне надо будет. Серджи будет не в восторге. Ну, если будут по КД робота закрывать, я думаю, он будет... В этом восторге. Ну да, да. Может, я а, себе а, еще а, возьму. Обмен. Будет тогда тоже 25. Смотрим. Погнали. Че, слова повис? Хуёво, когда повис. Подымай там. Беги, малышка, беги! Беги, малышка! Он двое ABC. Ну, Заханыч, я не удивлен. Там на полу минки такие маленькие, в следующий раз смотреть. Я нет, мин сдох. А чё? Шоковый. Шоковый удар. Ну, так... А не, чё, что надо отбегать? А это разве не даже не мин? Понятно. Надо просто отбегать. Да не успел, я вроде отбежал, а не хватило ранжи для этого самого. Есть спину, возможность сдохнуть, Заханыч сдохнет. Чё? Здесь стоим за спиной, там где ракеты у него красные. А что это за искры нахуй? Что первый раз вижу, блядь. У него фляга свистит походу. Ракета полетела, смотрите на полу метка. Трамп Дэнса. Добрый вечер всем. Вагон на ханте. Кто-то стоит. Здорово. Дружок.
Такой пиздлявый, да, босс? Что там, вертолет скоро валит? А там слоты есть помойку? Нету, нах. Ну и ладно, блин, не очень-то такое. Да, посмотрим, как вы это будете гореть недельки так через три. Ой, блядь, нахуй, я вообще в другом городе должен был сегодня быть. Я сделал оферу, оставил женщину в другом городе, а сам вернулся, нахуй, к вам, мои мальчики. Хуй ты не сделаешь оферу в другом городе. Через недельки три. Тем более, еще будет вторая ульда. К счастью. К сожалению. К сожалению? Вообще-то, Слава, ты... А, я перепутал, да? Да-да-да. А сегодня ульда? Ага, блядь. К счастью. Не, давай две. Мужики, здорово. Все... Есть слот куда-нибудь? Сегодня Гера. Только. После ульды. Тут что осталось-то, по сути? Везакс, нахуй. Йог, я в голову, блядь. Ну да. Сколочек, может, выпадет. Он сука редко с него падает. А хоть один выпал? Да. Да. Хорошо. Сколько у тебя там слава уже? 21. Ебать, как еще много. Всего лишь 3 кд или 4. Слава. Ну, Крила резко есть? Как-то ману. А, есть слот? Нет. Не, а? Они же забили. Нет, не подбивайте чуть больше. Ракеты полетели, смотрите, на полу красный мет. Чё, патч вышел, да, сегодня? Какой? Ну, не знаю, реворк Т4 там. Ага. Прогнозировал. Патч на скидке в магазине только вышел. А, ну нет, это-то ебать. 20%, нихуя себе. Чё, токены, бля, только на робу сегодня падать будут? Жалко, меня нет. Обвалившаяся галерея и налево по лестнице. Стадия, что тебе? Что ты там ролишь? Что надо? Что, интересно, рар не купил? Вроде купил, да. Говорит. Ой-ой-ой. Тут и Катрисия 4Т5. Ага, блять, я хуй поверил. А Продекс 4Т5. Ну, тут нет, так Катрисия серьезно купил. Он уже бегает сейчас. Да не, а продак? Я еще второй кусок, скорее всего, куплю. Да ты меня наебываешь тоже. Я понял. Откуда у тебя деньги, блять? Блять, я заработал, блять. Так, ладно, я вижу. Видишь стрим? Одну. Да-да-да, я наблюдаю. Ой, бля, красиво. Я хотел пошутить черный зарплат, но все не было. Ханыч, пошел нахуй, козел, блять. А чё сразу козёл, блядь? Нельзя, блядь, такие шутки шутить, ты заебал. Ну, отведи блядь. Их подальше, потому что они вызывают сферу, а сфера 30 метров вокруг бьет. И все хилы сдохнут, РДДшники. А еще не срывайте мобов. И мобов еще надо одновременно бить. Не одного, потом второго. Да, сейчас минус рейд будет. Не, не будет. Там руки надо кому-то, токен. А чёткин надо? Разбойник, ДК Магбрид. Обмен книг. Утера дай. Заебал это дон. Все дон, да? Я ж-то его не обидел. Если бы он сказал, что иди нахуй, я обижаюсь на такую хуйню, да я бы завалил бы ебал. Я тебе сказал вместо него, ебаный. Ты что, не понял, блядь, что ли? Глеб, тебе обидно? Мне обидно за него, нахуй. А тебе-то что обидно? Ну, СПК-ша, дай еще раз обмен. Я его просто хилить, блядь, не буду. На хиле буду. Как там? Нормально? Сорян, ребят. О, пусть его сейчас еще в контролька возьмет, я его ебну лично. Я далеко. А это не идет, тебя догонят, но. Понял. А быстрые ноги пизды не боятся, кстати.
Что? Быстрые ноги пизды не боятся. Так а ты чё? Блядь, ладно, нет. Ну давай, ну чё ты? Почему? Ну слабый, блядь, ясно. Нет, я дал себе слово не шутить. Я себе всё. Вон оно шо. Ну шутка была неплохая. Так надо, ну так Глеб набирается. Ты знаешь, что такое Хусейн Болт? Ну знаю. Знаешь, видел, как он бегает? Да. Вот они все так могут, нахуй. Поэтому хуй ты съебешься. Ну Глеб же не обижается на такие шутки, блядь. Глеб, тебе обидно? Я сказал, мне похуй, я спросил. Вот, видишь, ему, блядь. Он тебя уже похоронил просто. Заживо, да? Заживо закопал, ебать. Я понял. Да, в МК тебя сейчас еще брать будет, я тебя буду убивать. Он этот самый, Костя стоит, шмотки пылит. Костя, как всегда. Че надо? Че надо? Да не, ничего. Как там шмотки пылят? Мага, законтролить его, ты черепок бьем. Прежде, по-моему, тоже сало кидать, поэтому, когда грипп эти, сразу станем. Или пока я не дам в этого. Сейчас посмотрим, кто дает в манекен больше. 278 Эрмс или 278 ММ. Че, все, начинаем. Давайте, пройти, ну. 35 рога больше дает. Аккуратно с мором, может кинуться конечно. На звездочку. Оп, кинулся мор на звездочку. А я не обновлял. Кто-то обновил, я такой видел. Обоссанный моб, нахуй. Тварь тупая. Сука. А ты его захуярил тоже, блядь. Все, после сожики мужики кидать мор можно, да, получается? Ну все. Блять. Получается. И все, мор. Ой, ебать, две геры нажалось. Или одна. Блять, альянсовская гера, фу, сука. Нажал диспел нахуй гера, блядь, сразу. Магов контроль, звезда, кружок. Пиромант, по-моему, тоже еще сало кидает. Да, покаяние. Моментально просто сразу вот снимаем вся еру нахуй. А, сайленс. Грипните его, может мы уйдем. На мне уже. На мне сайленс. Не могу грип. Мы успеем до 5 до пройти 3 босса? Так уже да, до 5? До 6. Ой, до 6. Ну, блять, у меня-то, сука, 4 нахуй. Ну, если идет, без ты. Хуйни, да, по идее, блять. Ну, если, блять, хуй ту не исполнять. Да, колонны без вайпов убили, да? Так его нехуй убивать, надо просто ну, хилов побольше. Ну, ты так про всех боссов говоришь? Я прошлый РС вспоминаю, мне хуяло. Я вспоминаю, блять, не заебись. Ты на прошлых РС-ках не был, блядь. На первых. На первых, да, вот там вообще пиздец был. Я потому что похуже видел, нахуй, поэтому мне заебись, нахуй. Насколько хуже? Ну, 8 часов, нахуй, на фиолетовом, нахуй. Ты гордишься, есть, да? Есть хуже, чем мы, блядь? Ну, конечно. Ебать, ладно. Я думал, нахуй, 23 вайпа, нахуй, хуже нету, блядь. Заханыч, еще десятку пойдем? Давай, Заханыч, все в контроль. Ну-ка. Десятку куда? Ну, ссылка. Для хукмастера взяла. На освоение было то же самое, что в видео. А квест там на кого? На тебя. На меня? Тогда не идем. Хуево ты. Да не, можно сходить на самом деле. Если там квест... Блядь, вы ваншотите все нахуй. Если там квест на Дарнована, то заебись вообще. Опять. Я не против. На 4 босса сходить. А чё, руду никто не копать не будет, да? Нахуй она нужна. У кого есть горка? Давай мы пока хан заходи тут. Поставь, там Юля пошла копать. Хуя себе. Не, да, я нормально. На хан пойду потом. Я вторую копну тогда. Есть кто на замене там? 24 тела, да. Могу рогой 235-м подамажить. Чё, кто-то отлетел? Да, вон на продукт. На продукт. Берите и заносите быстрее, да пойдем уже. Прям. А кто нужен именно? А тут уже маг. А уже взяли.
ладно. Так и чё, мы этого... Убиваем... Эльмаунт на замене, сиди пока. Опа, это что, Вайда в контроль взяла? Блять, сразу же баблом снял. Где-то не ёбнуть его. А хотелось, да? Только не спульте босса, куда вы отлетаете, блять? Стелси зайдет, нет? Она, кстати, написала то, что очень... там типа ребенок что-то разбил, там, ну, подбородок, а типа, и нужно уйти. Пойду на минут. Тогда ломаунта надо взять будет. А где, кстати, Нострекс? Что-то я его в гильдии не вижу. Кто? Кто? Нострекс. Ну, я это... вчера. Кострекс? Нострекс, какой Кострекс, блядь? Давай, Нострекс, ты имеешь в виду? А? Но стресс, понимаете. Блин, но стресс. Блять, ты че, пьяный там или че? Я не знаю. Я ливнул из гильдии. Да? Да. Нихуя. А че так? Кто ливнул? Я так понял, он на чешку обиделся. Да похуй. Там перса продали, там ника не написано. Или продали, или удалили. Нихуя. Давай шкаф. Это МВП, а, как себе. На продаже собирал. 78 ММ ломаник 24К. Да мне похуй. У меня будет, я буду... Блядь, отойдите от шкафа, не могу тыкнуть. Ах. Ну, шанжи. И на первом месте всплеск яда. Это бить пары зеленые такие, тучки нельзя. Никто не бьет, вообще ждем 2 минуты. Там моб соединится. Книг у него. Потом агро на нем наберут и уже... Вольфрода. А-а-а. Это он где? В Долоране? Вольфрода дает больше. Если не снизу ломанем. Почти 500 курил. Все, в манекен он дает. Это рейдбалф, а это вообще анбалф. Это вы набьем. В Долоране стоите? Не, в Бухчем же ренегат. Да ёб твою мать, блядь, нахуй это просто... Все, иди запускай. Зайчик, он очень красавчик. Так его лицом в рейд и держи, ни туда не отворачивай. Стоим челем здесь, в метке. Милики в красном кружке под боссом стоят вот тут. Только там в пятки бейте. За красный кружок. Я думал победить. Бить не надо, финал босс не бей. Босс не там. Сейчас вообще просто автоатаками максимум. Просто на автоатаке стойте и все. Я руки от клавы убрал, альтап не сообщил. Крестик, когда вот черепок — это сокрушение, стрела вот эта темненькая. А когда крестик вешается, нужно, чтобы крестик от всего рейда отошел назад. Вот а скоро будет. Вот крестик назад. Назад крестик. Крестик назад. Ебать, вы бегаете, как будто у вас клей нахуй на подошвах нахуй. Прилипаете к полу. Да у них не клеено. И вот эту хуйню научитесь не ловить. Вот эту вот. Стрелу темную. Потому что когда моб появится, он настакивает увеличение урона от тьмы. И он просто будет эта стрела потом шотить. Они спортсмены, у них утяжелители на ногах. Бегать не могут. Фильм какой-то был. Две минуты чили. Железные ноги или как, не железные кулаки, блин. Ну вот смотрите, как по Сифия делают. Вот. Одна отпрыжка хантома и все. Магу, блин, к локу этот портал. Ридаром тоже заебись. Где третья спора? Ну, где-то вдалеке может появиться. Вон далеко где-то, наверное. А, да, вон они. Хер знает где. И минуту чилим. Минуту еще чилим, да. Если босса раньше не убьют. Понял. 50 секунд еще. А вот как он. О,
Ва, пару не трогать, ёпта. Пиздец, мана, конечно, резается. Вот секунд. Десять, Юля, готовься ловить. Скоро будет. Зам чуть позже, наверное. Ну да, он пока соберет. Он там что-то пиздануть должен. Одна секунда. Собираются, все сейчас. Вот. Не вливайте сильно, этот чел не таунтит. Тоже не таунтит, спуская агрон, он берет немножко. Крестик шадонет вышел средний, вижу. Бейте только потихоньку. Сорвать можете легко, смотрите в агро. А там, блядь, Юля далеко оторвал. Наверное, в 2-5. А, ну да, там прилично. Витя, у тебя шипит. Блин, жестко шипит. О, Ванька прошу. Да, привет, привет. Что? Сходил или завтра? Сходил. ГЦ, ГЦ, ГЦ. Я только еще не знаю, где его сдать. Ну там же. В Долоране, по-моему. В Долоране. А ну вот он, типа, 5000 голды у меня в этот квест. Да. И где? Уронина? Уронина. Да, он тебя отправляет в кузницу, где, ну, в Долоране кузница. А, вот. Смотреть, как ее сделают, короче. Дай стрим, Ванек, слышишь, дай стрим. ГЦ, Ваня. Там не будет светофера. Стрим, давай, стрим, давай, глянем, хули. Давай стрим, Ванек. Будем смотреть сейчас. Давай. Сейчас будем смотреть, как ты палку делаешь. Ты все залутал, да? Да, не будет никакого наматика. Ты ж мой золотой. ГЦ его никуда? ГЦ. Вспышка, блин, топовая тренера. Ранки в обмен кинет. Если бы гейр пускал. Чё, Славка? Да. Лёжан, тебе чё? Шапку? Ёбаная плюс. Тринку он хочет, тринку. Ну все, ГЦ, Ванёк, ебать, теперь будешь ебать. Сейчас пойду это полиролики только куплю. Блять, я вот не знаю. Ты всё получил? Да, вот я с палкой. Так, первую, вторую пати буду раскидывать сейчас на комнаты. Сколько, Ванёк? 150к? 180. Так, Айрлания, финал, босс. А что, Джайна сложная чи нет? Ну там много механик, очень много сейвов сдают люди. На Джейне. Человек 10 у них упало. Нет. А да какой фраза гильдия? А что за гильдия была? Гринхил. Ультраприз, у тебя есть хил? ДЦ есть. А ты что, вышел? Рынка покупал. Я пошел сокета столить. Давай в этого в хилам прыгни, в комнату пойдешь с нами, посчитуешь там. Ой, блять, ебаная всю. Вот, короче, а первая, это... вторая пати. Хулидринг налево, за Войдом направо. Вот Хулидринг, пускай звездочка будет. Войд кружок. Я буду в ретрике. 5 порталов. 10 порталов вокруг босса. Первая пати налево, 5 порталов. Вторая пати направо, 5 порталов. Мои порталы слева. В первой пати Авелания, Пасифея, Катрисия, Призан, Хулидринг. У вас единственный челик не хилится, это Пасифея. Ее флешками хильте. Вот, а во второй пати у нас хил есть, 2 ДК, вар, и я ретрик. А наверху все, кто остается там, и Вилаша знают, что делать, хилы диспелят, хилят и бегайте. Кто у нас там есть? Он за Вандиконом, где ассиста дал.
пускай какой-нибудь ромбик, что ли, вешается на тебя вот так. Чтобы друг от друга на 50 метров не были. Да, давай только попозже об этом поговорим, об осколках, об этих. Где это, маг? Заходи в инс. Давай шкаф. Вперед не проходите, назад отойдите немножко, что распулится еще босс. Вот хуёво. Заходи, заходи в инст. Ты где там? Катрисия тут? Ладно, похуй, пошли так. Пошли. Тучки нельзя задевать, стоим в кружке. Не заденьте тучки, кто там стоит, блять? Вы глухие нахуй? В кружок встаньте. Пиздец, блять. Там накачали. Сори, сори. Ты, ну. Да, отвлекли меня, извините. Я хуею, блять. Охуеть. Юля, забери тут два стража. Иди в оффлов туда, нахуй, помогай, блядь, приводить мобов в центр, нахуй. Это все из-за тебя, нахуй. Отвлекли, блядь. Блядь, кто там еще лужу за... Вы что, кружок не видите, нахуй, или что, блядь? Пиздец. Может упасть? Ана балам не издрифтать, прах придень, холмдар, мену мал, когда вообще гадрисават по сутки до беринги, там салах. Барабан, у тебя микрофон? Понял, да. Падаем. Ну-ка. Сдохнешь, что ли? Ай, бля. А, отойдите. Сука. Это пиздец, нахуй. Катрисия, хукмастера, резай. Если вы вас, блядь, отвлекают, протонитесь нахуй отсюда, блядь. На будущее, нахуй. Вадикон, резай ламаунта. Cool story, блядь. Ты тут первый раз? Милики не бьют большое. И лучи зеленые никуда. С красными лучами надо сбежаться. Алло, сбежаться. Две цели с красным лучом. Пьем маленькое и среднее щупальце. Тут, только. Тут, блядь, пиздец. Милики к большому не подходят. РДД только играет по большому. Со мной побежали? Кто там? Пасифе, со мной бегай. Все, пошли, стоим здесь, Пасифе, ждем портала. Пошли в портал, заходи в портал. Вторая пати направо, первая налево. Быстрее и убиваем. РДД, дальние щупальца, убивайте сразу. Спиной к лучам повернитесь. Быстрее, быстрее, еще быстрее. И дальние быстрее разберите. Спиной отвернитесь от черепков, блять, вас убьют они. Но добивайте быстрее, что вы там. Комнату заходим. Набег, давай ауру. Все, давай Геру призван. Захиливай пока дроприст. Максимально дамажьте там. Ну еще комната по-любому будет. На выход. Тыкаем на порталы, быстро-быстро-быстро на порталы нажали, а то и в контроль возьметесь. Все, успели. Так, что там, помочь не надо? Ну и все, так же стоим вокруг босса. Если щупальца рядом будет, разъебем. Вокруг босса сразу стойте, потому что порталы секунд через 10-15 будет. Под зеленый луч не попадайте, с красными сбегайте. Удушающие разбили. С
скоро порталы. Возле вокруг босса стоим. Первая, вторая пати. Все, портал заходим. И так же. Та же комната, самая легкая. Блять, хоть мастер. Все, дальние разбивайте. Все, там 7% добьем и перед ебалом встанем. А как вы там сдохли, Вадикон? У меня щупальца схватило. И били, да, нихуя. Перед ебалом встаем. Спиной встали. Вот тут везде собираемся. Спиной к боссу стоим. Мобо убьем. Отвернулись. Так, здравомыслие. Вроде бы пойдет. И все, и бьем. РДДшники большое добейте, а то оно ослабляет рейд. Спиной. Сотнуло. Ну, осторожно, не срывайте мобов. В мобов переключились. Виланша, забирай. Ты не ходи к этому щупальцу. Мобов бьем. Босса забыли, мобов бьем. Их надо убить, чтобы их Торим добил. Так, самое классное, бил Йога. РДДшники, повернитесь и убейте большое. После него уже будете босса бить. Или кем его убьем. Спиной встали. Блять, ну сало дают, ёбок, блять. Угу. А маяк тени это что? Ну, захиливает мобов. А Продакс там, Вилаш, смотрите, если что, резьте здравомыслие. Спиной стали. Аккуратно, Продакс, Вилаш, Призм. Здравомыслие мало. Спиной. Спиной, спиной, спиной. Призван аккуратно очень. Я как-то на два здравомыслия добил босса, блядь. Сало. Спинал босс аккуратно. В принципе, да, можете он как призван сбегать, интересно, все здравомыслие. Спиной, спиной. Бля, меня Ретрик спиной бьет, нахуй. Нахули. Вот это правосудие кинул спиной. Ресните там. Осколок? Да. Спасибо. А, вестибюль. Чё, ультра, приз? Плечи, плечи. Спасибо. Оставайся в хиле, ультра, приз. И... Воин, охотник, шаман. Плечи надо кому? Призан спекнешься дополнительно. Чу я в любви, я не? Ну, наверное. А во что вы думаете? Так, я вот думаю, Виланию спекать нет. Да похуй, наверное, спекать. 10 то... хилов фули там. Ну, 15 можно закрыть. Там потому что на одно тело упадет второе, и все, и останутся 2 нормальных или 3 хила, чтобы более-менее как-то захиливать. Остальные что, ненормальные получается? Естественный отбор, да?
Вадикон, ты можешь поставить эту меточку? Звезду? Да, могу. Так, ну ассист у тебя есть, макрос у тебя есть. Тебе, короче, Shadow Knight и Пасифея давай поможет. Пускай продукт с босса бьет. Сейчас я зайду, этот открою дверь. Так, на пока лидера на всякий случай. Сейчас тут 10 минут и все, можно будет целкать. Можно перекурить еще будет. Да, надо корнуть кофе пойду сделать. Тоже, блин, сработаем. Так, полчаса поспал все. Да я продукт тебя не назначал там. Вадикон, Пасифея и Shadow Knight побьют. Звездочки. Хилы есть, танки есть. Кто во второго танка Хулидринка спекнуть? И третий нужен будет. Катрисия. Ну, давайте. Катрисия, на боссе побудешь с Авилашей. Или Хулидринг с Катрисией на боссе, а Авилаше проще будет звезды заводить. Так, наверное, сделаем. И потому что притяжку или ЛПшку все это сподручнее давать. Сферы они слишком часто меняют цель. И проще будет заводить. Давайте шкаф там. На сфера тут. Поставим шкаф. Блять, что голова болит нахуй. Да мах, что вылетел там? Не знаю. Что-то, блядь, не прогружается нихуя. Снова висит? Висит, ну. Я вроде бегать могу. Его когда висит? Йо. Бегать могу, а написано неизвестно, блядь. Как часто ты бегаешь? Мозгу. Он что-то пролагивает вроде. Ебать, неизвестно, демон войны. Что это? Прогрузился. Угу. Так, Фрейм, Мирон, Визакс. Да пиздец, блядь. Тут челик неизвестно, блядь. Неизвестно, слезы алголона кто. Фика бездная охотница, блядь. На АДК, блядь. Чё идёт, ну, с этим, во, этом. Теперь. Шарик? Не знает. Руки, наверное. А? Скорее всего, руки. Скорее всего, руки стухло. А которые хит... Там есть хостовые с арпом. Которые крит хостовые, наверное. Ну да. Да пиздец, да чё за хуйня? Чё так долго-то, блядь? Это самые первые два, нахуй, этот получается, этот, ну, Т5-то получается, да, в магазине? 569 бонусов, да, стоит? Ну, блин, всё хуёво, голова, бля, с РПБ идёт, нахуй. А кисти? Кисти смертности. Ну, тут челики прыгнул и дальше бежит на месте, нахуй. Такая хуйня, типа. Нахуй с РПБ. Глучки.
Грудь тоже РПБ нахуй. Ноги. Ноги с мастерством. Слава, что ты там бибурь мне? Да, блять, это... Да, блять. Да, надо. Да. Да. Вот смотри, блять, стрим нахуй. Да не буду я смотреть, ты позорный стрим, у меня свой стрим. Вот смотри, какой охуенный стрим нахуй. Опять висит? Ну смотри, блять, как висит нахуй. Видишь, челики даже на стену нет, лезут нахуй. В телегу лучше кидать. Вон, видишь нахуй, на стену даже залез нахуй. Видишь, пиздец. Сова на месте хуярит просто, блядь. Хочешь, тебе расколдую? Давай. Абракада, абракади, нахуй иди. Лучше нахуй либо плечи нонсетом брать, либо голову, там, блядь, сапожно. Через 5 секунд отвиснет, проверяй. Надо, блядь, мне и так висит, блядь, еще чтобы отвисло, блядь, это вообще пиздец. Отвиснет и все, блядь. Пиздец будет. Ёбаный по голове, блядь, ну сколько можно нахуй? Ты не пробовал полностью перезайти в игру, не? Думаешь, поможет? К сожалению, висит или заходишь? И то, и другое, блядь. Сейчас проверим, нахуй. Может, не виснет уже. Может, нормально стоит. Ну, пока неизвестно, блядь. Но форма совы, ну, типа, перезашел, форма совы появилась. Это уже, наверное, нормально, да, считается? Прогресс. Ну, пока... Наши походы в льду. В домике никого нету. Вместо ОПЗ. О, блядь, зависло, нахуй. Ой, блядь. Можно в следующий раз плюс один попробовать. Ну, плюс один, там проблема в том, что фрейю убираешь. Ну, так-то можно, да. Если фрейю так, брать, то рима оставит. За два, за две комнаты особо не проебешь, здравомыслие. Угу. Короче, я собираю завес в чате. Плюс око. Сука, ебаный в рот, нахуй. Чё-то никто не пишет на ЗС плюс ОК. Дурак, ты что? Волчат, что ли? Мало людей, что ли, 260. Волчат пишет. Напиши еще, а один анрол, один аук, нахуй, вообще заебись будет. Тебе какой аук, мастер? Не, напиши два. Андрол. Плюс воронки, плюс опа, бое. Ломаю лицо, авар 271. Плюс воронки, эх, плюс бое, плюс знаки Элидари, напиши Анрол. Опа, ШП 267. Нормально, блядь. Я понял, блядь. Сейчас напишу слабо. Пиши 25 минимум. Блять, заебало, она хуй так долго, блядь, прогружается. У меня уже перс в АФК ушел, нахуй. Ой, блядь, пиздец. Повис, вот. С концами. Конец повис. Блять, админы будут что-то с этой хуйней делать? Вообще, что за хуйня, блять? Да только у тебя виснет, нахуй, виснет. Да нихуя, блять. Да хуя, хуя. Ты старый уже. Вот и виснет. О, что-то какой-то звук был. А когда звук, это быстрее, это быстро развисает уже. Почти. Нихуя. Это уже знак, нахуй.
А повторить звук можешь? Ну, типа, чтобы мы понимали, когда там. Блять. Блять, если бы мне таймер писали, я бы вообще был бы рад, нахуй. Таймер час. Сам бы отошел, блядь. А, свой дар развиснет, а уголовного убьем и идем. Сука. Так. О, моя сова подпрыгнула, нихуя. Но она зависла опять в воздухе. Молчаливый боб, торговец реагентами. Точнее, молчаливый роб. Я боб прочитал. Она еще выше подпрыгнула. Она как будто летит. Ебать. Теперь столбы падает. Не летают. Теперь встала на так стоит или висит? На паркет, нахуй. Стоит. Теперь стоит. Но висит все равно. Давай, забери от огня ауру. Моя кастерская. Рикитик упал, значит, огонь. Нет, моя, блядь. Понял. Собрал. Прекратил захватывать ошибки, так как он захватил больше 20 ошибок в секунду. Захват возобновится в течение 60 секунд. Хуета какая-то нах. Короче, водику на ассистист и пошел чайник поставлю. Заебал, блять. А есть такого джипска-то? О, спасибо. Заебало все эти реги уже покупать. Здесь свободные слоты? Тут маг вылетел. Я тут так-то всю ульду сижу, но только ходил покурить на Джайну. Чисто курнуть на Джайне. С какого трая его убили? С первого. Давайте не монстр. Это что за гильдия? Грин Хилл? Yes. Что там, кстати, апокалипсис? Нормально дамажит, не? Ярик. ДКшник. Без понятия. Его там не было? Не было. Нихуя себе. Да они вообще там, блядь, зажрались, у них даггер падает геровский. Для синего пылят. Серджи плачет в сторонке. Да, Серджи просто плачет. Там, наверное, тоже каждая КД клетвохранитель падает. На кота. Не, плакать он будет, когда он не придет на лещо, упадет два даггера и их распылят. Или отдадут Траволте кому-нибудь, например. Вот тогда все же сгорит. Он, блядь, удалит Вовку, выкинет комп с окна, и все. Так, а прощай. Пиздец, да как можно так ебать? Ёбаный рот, нахуй. Будет тоже. Положила война. Давайте быстрее, давайте туго. Слава, напиши админам, у меня хуйня повисла. Надо, чтобы устало. Они не так поймут, я думаю, и бан влепят. О, развисло. Нихуя себе, блядь. Давайте шкаф. Лок тут. Лок тоже повис. Лока висит, походу, тоже. Пока. Ой, пиздец. Какой кринь. Лок проснулся.
А прикиньте, войду еще обратно. Надо зайти. 6. Зачем ты это сказал? Только представьте. Ужас. Ну, здесь висеть так не будет, блядь. Сейчас проверим. Ого. Как так быстро войд зашел? Так, сейчас хапало. Хуя себе, блядь. Так, вот рыба. Эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю систему анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Так. Лидер кладал. Так, ну ты тогда босса начнешь, Катрисия второй будет, Вилаш на созвездиях. Вроде икону помогает Shadow Knight и Пасифея. Ну, остальные по боссу. Хилы хилят, ДД дамажит, танки танчит. Заходим за линию. Логично. Ну себе, блядь. Самый логичный человек на Диком Западе. Заходите кто-то. Мастер и стадия. Зайдите в круг. Ну-ка, дети, встаньте в круг. Все, тыкните по боссу, и там, когда шевелиться начнется, тогда таймер можно будет включать. Has been calculated. See your world through my eyes. Алголон. Там-та-рам-там-там-та-рам. Звезды через 2, 1. Звезды. Нихуя ты нормальный ДБМ анонсер. Ну, новая версия. Красные точки на полу через 2, 1. Отбегаем. Вой, слышишь, а ты можешь нам записать голос вот этот вот, и мне скинуть, я себе под ДБМ подставлю? На будильник. На будильник, да. Тогда всем надо делать. Я тогда усну. Так, сейчас будет взрываться звезда, готовимся. С неба красные точки и созвездия. Отбежали красные точки. А чё, есть бичи, которые мором обновляют болезнь сейчас? Так, созвездие заведем в черные дыры. Это был. Черные дыры заводим. Смотрите, сейчас появится водикон звезды 4 новых, одну быстро зергоните. Рейд, подходите к черным дырам. Отводи алголоны к черным дырам, а то они не успеют добежать. Сюда перебегите. Скоро будет взрыв. Возле черных дырок встаньте, скоро нам заходить. Готовьтесь. Возле черных дырок. Готовимся, готовимся. Заходим в черную дыру. Отходим с того места, где зашли. Захиливаемся. Водикон ресейл маунта. Красные точки отошли. Красные точки отошли. А почему я не выкинул с этой хуйни? Потому что надо было двинуться. Ты вышел и зашел обратно. Этот последнюю звезду добивай. А все, не бей звезды. По боссу все фул переключились. Ничего не бейте больше. Фул по боссу играем. Красные точки отошли, кары отошли. И фул играйте просто по боссу. Илмаунту Инор дайте. Какой-то гимн там, прочти собаку вызови, какую-то хуйню там сделай. 4% до фазы. И давайте сильнее.
Скоро кара будет, красные точки на полу. Вот, все, возле дырок встаньте, скоро будет сурово еще. Красные точки отошли кара. Под боссом две штуки. Все, и фул по боссу играем. Скоро суровый будет, через 15 секунд. Надо будет разок зайти, и все, и потом добьем. Когда зайдете, от того места, где дырка здесь находится, отойдете, чтобы вас выкинуло, и вы опять в дырку не попали. Не дырка, а техническая отверстие. Техническая отверстие, да. Готовимся. Сейчас будет портал в другой кара. Красные точки отходите и заходим. Внутрь заходим. Дал массаку. Все, и фул по боссу. Все. Ага. Вы что, убили что ли? Ну? Ага. Ой, я себе. Блин. 2 часа прям ровно. Не думал бы быстрее, если бы я не улетал, блядь. Код отклика альфа, кому надо. А что надо? А у тебя, кстати, будет каждый раз, когда колечко ты... Колечко или спина, что-то такое, 239. Когда ты перезаходишь в вов, ну, зависает вначале. Где это, ну, вот это было на друида, когда перезашел. Ну, на другого персонажа, да? Ну, такое я первый раз вижу, чтобы на другого персонажа заходил, и такая хуйня была. У меня просто один раз, вот, сегодня заходил, как бы, повисел там минуты 3, короче. Все отлагал, да. Нормально. А потом, когда заходишь, уже все заебись. Ой, блядь, Леха насвешил. Ну, Тебе куда на Лингрена накидывать? А не, на шамана. Я вот. И в этот целую кашку шаманом пойду. Угу. Да кинь мне на ШП. Я тут сидел в дискорде-то. На Хэлло, короче. Угу. Так, я подожди. У меня один поезд. Транквил. Так. Кожа выпала. Кто еще? Шалфир, докинь. Я только на Алгалуне был, но был на замене тут. В Дискорде. Так, кто еще? А, этот, по-моему, отдал. А, 239 это с хода отклика. Блять, а где? Надо было спрашивать. Где он у тебя этот Хэлло? Ты мне больше накинул, вроде бы, нет? Потому что я на Лагалоне был. Я в этот плюсанул, короче. Так, Хэлло. А, все, я тебя в этом воду не искал. Блин, телефон потерял. Где? Телефон потерял дома, что ли? Телефон потерял. Да, кстати, телефон дома потерять изи вообще, только так. Сейчас приду. Так, вроде всем накинул. Так. Так, плюсуйте там на Геру. Ну 3 осколка, это как-то заебись, блин. А это на Драгера или...